Всем привет! И с вами вновь Анастасия Пёсик. И в этом видео давайте поговорим о том, как теперь решать задание номер два. Дело в том, что ЕГЭ чуть-чуть изменили в этом году по сравнению с прошлым, и задание номер два теперь звучит совершенно по-новому. Раньше такого задания никогда не было за все время существования ЕГЭ. Итак, давайте разберемся, что вам предлагают. Я считаю, что это задание несложное. Смотрите. Вам будет предложено 5 слов, выделено будет в маленьком тексте. 5 слов выделено, там они будут жирным шрифтом и подчеркнуты. И каждому из этих слов, это будут слова многозначные, и каждому из этих слов будет предложено какое-то одно из нескольких значений. Ваша задача выявить именно те слова, значения которых соответствуют этому тексту. Для этого, конечно же, нужно внимательно прочитать контекст, то есть маленький текст, речевое окружение данного слова, которое вам предлагается. Вы читаете сначала. Сначала вы не смотрите на значения, которые вам предлагают. Моя методика такая выполнения. Вы сначала смотрите в сам маленький текстик и читаете это слово, которое выделено жирненьким, и пробуете к нему подобрать синоним или несколько слов, то есть определить, что именно, в каком именно значении, контексте это слово здесь употреблено. И лишь после этого, уже подобрав синоним, вы спускаетесь вниз к заданию и сверяете, правильно ли вы определили. Итак, с каждым словом мы работаем. Здесь фишка в чем? Что сколько будет правильных ответов, ну, я, например, не нашла. Если вы нашли в демо-версии или в каких-то сопутствующих документах, то скажите мне. Мне кажется, что здесь может быть 2 или 3 правильных ответа. Не забывайте, пожалуйста, выполнять практические задания, которые я рекомендую каждому заданию. К каждому теоретическому заданию есть практика. Выполняйте ее, а потом проверяйте себя. И лишь после этого двигайтесь дальше. Итак, ставьте лайк, если видео было полезным, помогло вам разобраться. Обязательно переходите к практике. И успешного вам выполнения, прохождения видеокурса. С вами была Анастасия Пёсик. Увидимся.